Здравствуйте. Я бы хотел поговорить с вашим руководством. Вы кто? Я представитель, сейчас клиент подойдет ваш. Мы сейчас вам официально вручаем документ. Клиент отказался от медицинских услуг в рамках договора и просит вернуть деньги. То есть все очень просто. Здравствуйте. Я Мамаев Владимир Владимирович, действую на основании доверенности. Под заблуждением, под угрозами, неважно, заключила договор здесь, дома осознала, что договор этот не нужен. Взяла кредит на большую сумму в оплату данных услуг. Пришла к решению, что хочет отказаться от этих услуг, но здесь начали вводить ее в заблуждение о том, что если человек откажется, то они произведут удержание из той суммы, которую она заплатила. Минасян. Наталья Михайловна. Как вас зовут? Светлана Александровна. Вам было вручено исковое заявление. Сошлитесь мне на какой-то законодательный акт, где написано, что разрешено выставлять в виде изображения человека без его согласия. Я вас требую удалить эту запись, потому что, ну, я вам серьезно говорю. 29-я статья Конституции гарантирует мне право собирать и распространять информацию. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Мамаев. Если кто-то пострадал от услуг данной клиники, обращайтесь ко мне за юридическими услугами. Постараюсь вам помочь.